Всем привет, это Иван 145, и сегодня у нас быстрая распаковка игры Assassin's Creed Revelations для Xbox 360. Это Special Edition, но вообще это как бы минимальная такая версия, и почему-то называется Special Edition. Вот, сейчас мы посмотрим, как она выглядит. Описание у нее идет на английском языке почему-то, и имеется наклейка, на которой написано уже описание, что это игра для Xbox 360. Так, рейтинги, Uplay паспорт. Вот так вот выглядит сбоку. И имеется наклейка, русская версия. И также еще маленькая наклеечка 18+. Это уже современная такая поправка. Ну, давайте приступим к распаковке. Так. Игра, кстати, стоит порядка 1600-1700 рублей. Ну, это такая минимальная цена. Хотя можно идти еще дешевле. По-моему, на Озон.ру она стоит 1500 рублей. Так, вскрываем ее. И здесь мы сразу видим, как отвалился диск с игрой. Так, давайте вставим обратно. Это, кстати, сразу очень удивляет. Вот. И диск с саундтреком. Вот. Обычно диск с саундтреком никогда не кладут в обычную версию, а если кладут, то это может быть DLC, и это очень такой приятный подарок, неожиданный, что в самую минимальную комплектацию положили диск с саундтреком. А вот у нас диск с игрой, диск с саундтреком, мануал, как видим, на английском языке. Последняя страничка почему-то с какими-то ошибками печати. Вот. Но это, видимо, какие-то глюки анимуса. Вот. У нас тут есть DLC. Тут какие-то персонажи для мультиплеера и броня для синглплеера. Вот. И Uplay паспорт, который позволяет... Который тоже добавляет режимы и много всякой фигни. Так. В общем-то, такое издание. И самое главное, что здесь есть, это, конечно же, диск с саундтреком. Вот. Ну и, конечно, DLC. Это своеобразная защита от вторичного рынка. И изначально они защищались вот этим Uplay паспортом. То есть, чтобы получить все удовольствие от игры, нужно было ввести код Uplay паспорт. Его можно было отдельно купить, если у вас не было его или был уже активированный на другом аккаунте. Но теперь они решили преподнести такой подарок и положили в каждую коробку с игрой вот такой вот DLC. Вот. Ну, для более дорогих изданий, естественно, будет, наверное, еще больше DLC. Вот, это очень радует. Хотя можно особо не удивляться, потому что цены на Assassin's Creed практически не меняются. И скоро выйдет полное издание Assassin's Creed со всеми частями, которое будет стоить около 7 или 8 тысяч рублей, что как бы очень дорого. Вот. Это была распаковка Assassin's Creed Revelations.